Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, я сегодня заглянула на новинки к Марине. Посмотрите, какие пришли. Смехом интересные. Уже пришла зима, много интересных моделей. Следите, и также много еще в пути. Вот такая вот красота пришла к Марине. Кому интересно, дорогие мои девочки, линия 15. Павильон 33. Очень многие спрашивают, а какой павильон? Девочки, смотрите внимательно. Видео, вот визитка, пожалуйста. Все вопросы к Марине на WhatsApp. Она ответит и также вам расскажет о курточках. Привет, моя дорогая. Фух, запыхалась. Да, бежала, бежала. Даже не знаю, как тут это, с каких сторон. Да? Приветствую вас, конечно, в первую очередь, Тамара. Очень рада. Знаете что, всем передаю огромный привет, всем вашим подписчикам и уже нашим добрым друзьям. Да, покручусь, я вижу, что вы уже так хотите. Ну я тоже, а я хочу другую эту сторону одеть для тебя. Конечно, сейчас мы все сделаем. Девочки дорогие, приветствую вас всех. УТК-садовод, 14 километр МКАД, 15-я линия, контейнер 33. Как всегда, ждем, рады, приходите в любое время, звоните мне на WhatsApp. Пишите туда же 926-076-777-0. Тамара везде прикрепляет во всех контактах и группах нашу визитку. И мой номер телефона, пожалуйста, прошу вас лично. Группа ВКонтакте есть уже. Группа ВКонтакте уже создана. Будем туда все-все-все сбрасывать, чтобы вам прям уже все легко доступно было и видео, и на фотографиях. Рассматривайте модельки. И номер мы уже 5 раз озвучили, еще в конце скажем. Пожалуйста, нашу любимую, вы не представляете, сколько у ее работы просто отвечать тысячам подписчиков ежедневно. Ну, все равно спрашивают, линия и павильон. Да, девочки, не издевайтесь, пожалуйста. Поэтому она все тщательно в начале видео, в конце говорим, показываем, проговариваем, пишите и внимательно слушайте, пожалуйста. Да. Давайте я покажу вам эту яркую, знаменитую личность. Ну ладно уже, знаменитую. Вот всем она! Всем привет, смотрите, дорогие мои девочки. Хочу еще раз поблагодарить всех подписчиков Марины, потому что мне очень многие пишут также и говорят: Томочка, спасибо за Мариночку, за ее товар. Мы очень довольны, но есть определенное но. Я не просто так вышла сюда. Дорогие мои девочки, мы всегда указываем линию, павильон. Все равно пишите, какая линия, какой павильон. Мы указываем и визитку показываем. Я ни одно видео не делаю без визитки. Я понимаю, может, кому-то сейчас не нравится, что мы говорим. А мы будем говорить, потому что нам безусловно говорят. Нам задают эти вопросы. И мы тоже живые люди. Визитка есть, линия есть, павильон есть, ссылка под группу есть. Но все равно пишут, какая линия, какой павильон. Девочки, физически невозможно. Ну вот, даже вы, если разорветесь, невозможно каждому ответить, какая линия, какой павильон. Смотрите внимательно под видео, смотрите внимательно визитку, смотрите, в конце концов, внимательно модели. Потому что мы для вас стараемся, снимаем, а в итоге какая. Девчонки, мы стараемся для вас, Марина старается. Ну и, конечно, я хочу сказать некоторым подписчикам, я не знаю, как их назвать, если вам, кому-то не подходят какие-то курточки, да, не надо закатывать истерики, не надо закатывать скандалы. Ни один продавец не делает замеры вот так, по 2 часа, не замеряет попочки, ручки там и все остальное. Марина в полном объеме это делает, я... Марина, извините, заступлюсь. Спасибо. Да, в полном объеме. Может 2 часа потратить на человека. В итоге, извините, мне не надо ваша куртка. Сбегайте на почту, заберите. Нет, девочки, на почту продавец не должен бегать. Если вам что-то не подошло, делайте отправку до контейнера. Девочки не должны бегать. В итоге, вот я сколько, год снимаю, это первый случай. Начинаются и оскорбления, и слезы, и истерики. Любая проблема решаемая. Не надо, девочки. Просто нужно подорвать также попочку, как некоторые это делают, сходить на почту, упаковать, отправить, сделать. К сожалению, не все это приучены делать, понимаете? И считают, что за них должны это сделать. Без обид, девчонки. Я говорю то, что я думаю. Есть люди, которые понимают, что это труд. Или Марина сбегает после работы заберет. Почему Марина должна бежать после работы? Нет, никто бегать не будет. Марина тоже устает, и отправки, и все. И она как лошадь устает, вот честно. И у нее нет сил уже бежать куда-то, какой-то в Марьино или куда-то там на почту забирать.
качество товара хорошее. Очень многие довольны, восхищаются этим товаром. Ну, там, может, одной кому-то не понравился, указала, что кому он нужен, этот товар. Ну, нужен. Да. К сожалению, 99% этого товара кому-то нужен. Ну и, конечно, девочки, пожалуйста, кто будет оскорблять, еще раз говорю, бросать буду в бан. Не буду никого жалеть, потому что нас оскорблять незаслуженно тоже. Ту же Марину, я заступаюсь за нее, потому что инцидент немножко произошел. Я знаю, как она 2 часа над клиентом трясется и замеры, и все делает. Поэтому, пожалуйста, будьте, пожалуйста, уважительны к продавцам тоже. Никто не должен бегать куда-то на почту, тем более в Марина или куда-то. Присылайте, покажите, без проблем вернуть деньги. А теперь ну, о хорошем. Хочу о хорошем. А теперь о прекрасном и о том, как мы привыкли. Да. Да. Шикарная модель. Шикардос. Я уже ее одела, померила для вас. Ну, а на Марине второй круг, вы сейчас, вторую сторону вы увидите. Марин, какой размер и что это так, за по размерам они с 52 до 60 точно оденем. До 60, да, да, значит, 9500 цена, двухсторонняя. Ну, супер обалденно. Так, смотрите, это, конечно, не лютая зима. Это, скорее всего, демисезон, но это такая автоледи, поэтому, в принципе, в такой длине нету смысла теплее их делать однозначно. Ну, и снег, вы я могу еще. Меня всегда иногда теперь спрашивают: смотри, скажите, то вы всегда в чем вы стоите, например, или Тамаре предлагаете, это самое лучшее. Девочки, всегда говорю: самый лучший вообще каждая единица в моем контейнере - это самый прекрасный товар, он достойный. Но, конечно, вот могу точно сказать: Тамаре я даю только самое лучшее, да? Здесь, потому что, ну, она наш бриллиант, она наша вау, она наша. Даже не шик, а шок-шик. Вот шок-шик. Такая вот такая обаятельная, красивая, сногсшибательная дама, которая делает колоссально много, трудится на благо, на ваше благо. Благодарите ее, цените. И мне, на самом знаете, деле ни в коем случае не сказать, обижайте. Марин, кто похвалит меня, тот получит вкусную и сладкую конфетку. Вау! Так я сейчас на килограмм заработаю. Да, да. Девчонки, смотрите, она такая вот лак, но он не грубый, он очень не, мягкий. Мягкий, да, мягкий, девочки. Хорошее качество, да. Как всегда, конечно. И мы сейчас вторую сторону покажем на Марине. Мариночка, давай сюда, к нам. Вот она, так, вторая, смотрите, сторона. Это такая обаяшка. Перевернули. И вот она Пикассо на спинке. Ну. Еще раз повтори, вау, до какого шик, размера она. Они с 50-ки в посадке можно одевать, до 60-го точно одеваем, точно. Супер, все супер. А ну, по цене? Автоледи 9500. Угу. Так, еще один момент. Обязательно. Видели эфир, долго не думайте, чтобы потом не обижались, ради бога. Я каждый эфир говорю, девочки, товара катастрофически не хватает. Максимально делаем то, что есть, да? То есть где-то придержать, оставить, посмотрели, сразу пишите. Бывает, одним днем уходит эта модель. Это вот специально эту модель. Я даже мой ВОП не продаем, я оставила для ваших подписчиков. В розницу, да. Потому что такую модель они должны увидеть, естественно. Это я сейчас еще покажу парочку моделей, естественно, которые просто до сумасшествия нереальные. Да, я видела сегодня, женщина зашла, ты сказала, нет, мы не отдаем, да, ее. Да, да, спасибо. Что, дорогие мои девочки, и, конечно же, хочу очередную модель классную спорт показать. И вот такую красоту на Тамаре. Смотрите, да-да, наша Тамарочка, я же говорю, еще раз повторяюсь, только самое лучшее одеваем на Тамару, естественно. Посмотрите. Но это нереально красиво, это стразики, это вот бусинки, это произведение искусства, как всегда в очередной раз. Смотрите, сбоку вот так вот все красиво, естественно, всякие интересные моментики присутствуют на каждом изделии. Да, кармашек для любовных записок, любовь, красивый замочек, Лена, шикарная баллонь, зима, флис, все тепло, все шикарно. Вот так все же так шикарно, как наша Тамара Шик. Спасибо вам огромное, Тамарочка, что меряете наши изделия. Конечно, ну, девочки, ну как можно такую красоту не померить, тем более не показать для моих любимых подписчиков. Девочки, девчульки, очень комфортно. Посмотрите, какой мех. Приятный, мягкий. Прям сегодня девочки пришли, покупали, очень довольны ушли. Привет передаю девочке, которая сегодня покупала. Видели меня в этих курточках, я как да, раз стояла. Да, да. Вам огромный привет, девчонки. Одевайтесь. Так, смотрите, размеры, значит, у нас в Айселе все идут с 50 по 66.
помпадур такие же, в принципе, в наличии размеры. Стараемся всегда держать, максимально держать ассортимент. Но вы же знаете, всегда в эфирах говорю, товар уходит мгновенно, моментально. Поэтому, девочки, пишите сразу на WhatsApp Марине, я всегда отвечу. И очень надеюсь, что всегда подберем и успеем приобрести именно ту модель, которую вы хотите. 10500. И в группу ВКонтакте подписывайтесь. Да, Марина, подписывайтесь, уже Тамара создала, спасибо еще раз, боже, не устаю ее хвалить и благодарить. Успокойся. За создала мне контакт, естественно, постараюсь прям максимально уделять времени, теперь туда добавлять модельки и видео, и отзывы уже покупателей наших состоявшихся. Пишите тоже свои комментарии, пожелания. Будем стараться по мере возможности все на все ваши желания удовлетворять. Ну все, а теперь переходим к Марининой модели. Марина, прам-па-пам. Смотрите, Марина опять в восторге. Марина просто в восторге, да? От ну, стяжки. Потому что, смотрите, ну это просто невероятное что-то. Это в зиму. Вот чтобы вот выглядеть вот так красиво, конечно, вот он лейбл Aicel. Да, наш любимый, уже у многих полюбившийся. Это вот такая теплейшая изделие, теплейшее просто. Невероятно красивое, вообще просто. Я, честно, была в восторге, когда ее получила. Эту модель мы точно так же, как и Пикассо, оставили только, Тамара, для ваших подписчиков, честное слово говорю. Сегодня сами, да, присутствовали, слышали, что очень многие хотят. Но в связи с тем, что в предыдущем видео мы отснялись, и, к сожалению, было желающих много, а товар мы продаем очень быстро, да, поэтому мы вас очень просили, спасибо, что не отказались прийти достаточно быстро, да, к нам сразу же, чтобы до конца уже удовлетворить желание еще оставшихся наших неодетых тепленько красавиц, да, девочки, правда. Что модель, там за наполнитель и размер? Это холофайбер, размеры пока есть, 50-ки вот на мне, да, до 66-го, цена 11500, ну, для меня это просто как, когда я говорю шедевр, да, это шедевр, даже в однотоне это просто шикарнейшая моделька. Так, поехали дальше. Так, ну, девчонки, я еще такой вопрос хочу, вернее, Марин, тебе задать, да, вопрос. У меня многие говорят, девочки, вы говорите размеры до 66-го, да, а почему вы показываете только 54-й, 53-й? Объясни, пожалуйста, сейчас вот это. Сейчас вот очень поясню. Так, смотрите, на витрине всегда вешаются самые маленькие размеры. То есть продаются маленькие, вешаются следующие. Это рабочая зона, выглядит так всегда, ну, в нашем контейнере точно. Если я хочу как бы донести вам правильно, как выглядит модель, я должна на себя одеть свой размер, понимаете? То есть иногда я даже примеряю большие, говорю вам, да, в экран, это размер на меня большой, потому что когда он не твой, он портит модель, внешний вид, и его, наверное, не захочется приобрести, понимаете? Точно так же, если я одену кофту 60-го размера, навряд ли она меня украсит, да? То есть, как бы, на себя я стараюсь одеть свои размеры. Но это модель до 66-го, да? Да, конечно, эта модель есть до 66-го. Всегда, всегда есть до 66-го в любой. Просто бывает, что мы продаем, поэтому я там... Понятное дело, говорю, поэтому мы вас позвали экстренно, срочно, да, потому что, говорю, остались очень многие не одеты, да, вот, потому что... И пишут мне, когда будет, товар, да, да, не пишут. Когда будет, нам фабрики не сообщают. Точно так же я вам говорю, да, мы просим, ждем, нам самим очень хочется быстрее получать и в больших объемах товар, понимаете, но так как эти фабрики, это супер Турция, которая Помпадур, там, и Aicel, да, две фабрики, с которыми мы сотрудничаем непосредственно, не успевают, очень большой спрос на такой, конечно, это не удивительно, на такой товар, естественно, всегда будет спрос, потому что он легкий, невесомый, красивый, комфортный. Ну, и он просто, да. И, дорогие мои подписчики, очень многие говорят, много говорите. Дорогие мои друзья, а как мы должны вам ответить на вопросы по фабрикам, по тканям, по размерам, по каким-то рабочим моментам? Я скажите, хочу сказать, правильно? Что, конечно, да. Мы говорим, это мы для вас стараемся, по вас, девочки, донести информацию. Донести всю правильную информацию. Если вы внимательно слушаете, нам вы и себе облегчите дальше, конечно, выбор. Конечно. И нам облегчите. Потому что вот эти все вопросы, которые вы не поймете, вы будете задавать мне в 20 и WhatsApp, Тамаре, понимаете? И ночью, и в 3, да, и в 2 ночи. Я здесь пытаюсь, да, вместе с Тамарой мы... донести.
донести для вас, мы облегчаем вам выбор, понимаете, чтобы вы знали и размерные сетки, и показать максимально что-то близко, красиво, чтобы вы точно понимали, как сидит модель, да, поэтому мы стараемся только для вас. Если мы будем вот так быстро по эфиру проходить, вообще будет ничего не понятно, поэтому... Ну, мне спасибо не за что, а Тамаре прям огромное всегда за все. Тамара, ну бриллиант. Я, понимаете, ну я сегодня просто на высоте, да? Я обожаю, твой любимый бриллиант мой. Любимый бриллиант, он, я его даже не застегивала, потому что он уже в зиме. И вот это сейчас очень модно, да, как бы белая махмушечка, это как бы, естественно, это там ни козлик, ни овечка, ни шерсть, да, мы все прекрасно понимаем, но это все тепло, это стежка невероятно красивая. Мой любимый бриллиант, пока вот так в классическом исполнении, да, то есть впереди стежка, и вот он красавчик, и вот он сбоку, как в том же исполнении. Размеры, вот сейчас говорю, смотрите, сейчас есть большие, с 56 до 66. Ого. В течение недели мы, естественно, фабрика отошьет всю партию, получим с 50 будут в наличии. Кому очень надо, недельку, конечно, девочки, если что, подождем. Сейчас наличие, большие размеры. 12500, мой любимый бриллиант, обладатели, я знаю, что будет очень много. Так, показываю. Тигр. Тигр, тигр. Снимали мы в том году, девочки, вы знаете, были белые, черно-белые. Они одевай. Все... Готово. Готово, итак, Марина. Смотрим. Вот, чтобы вы понимали длину. Так, опять же, вот, возвращаюсь уже к тем, что вопросы задают. У Марины рост 1,61 м, да? То есть, смотрите, ну, мне как бы оно не волочится, естественно, не длинное, просто полноценное пальто, да? Так, чтобы вы понимали, какая в нем длина. 1,22 м длина у всех длинных пальто, практически туда-сюда пару сантиметров, девочки. Шикарный леопард, тигр, естественно, да, капюшончик имеется здесь на капюшончиках, утяжки, подтяжки, здесь всякие штучки-дручки, ну, чтобы вам как максимально комфортно было. Размерчик на Марине немножко большой. Сейчас наличие, так, смотрите, да? Все красиво, как всегда. Помпадур красавчик, потому что это очень приятно всегда. Ну, вот так я говорю, где-то раздеться в их старания. Очень приятно, красиво все смотрится. Да? Цена? Цена 12500. Размер. Размеры с 52 по 66 в наличии. Уточняйте, ответим. Надеюсь, всегда подберем. Следующая моделька, яркая, красная. Следующая моделька у нас. Правильно, многие говорят, у вас были такие рубашки. А были, есть, и, может быть, еще будут, да, вот они. И такое же пальто, естественно, они вот еще в двух цветах, совершенно верно, Тамара, все уже знает, конечно, о нас, о нашем контейнере. Черный, желтый, жгучий красный, 12500, вот такая красивучая спина. Естественно, все то же самое. Флис, красивая обработочка, шикарные модели. Прекрасные расцветки, прекрасные. Красивая баллон, естественно, только всегда ставится. 12500, 52, 66. Так, смотрите, тоже уже была эта моделечка. Мне безумно нравится, и, в принципе, они очень такие хорошие отзывы всегда. То есть, очень многим она нравится. Вот такое, как всегда, шедевральная спина. Произведение искусства. Вот так все аккуратно впереди. Баллонька очень качественная, хорошо смотрится. 52-66, тут немножко вешалки провисают, поэтому не думайте, модели, вот они все шикарные. Всякие вот такие моментики, они все равно, ну, приятные. Размеры, цена? 52-66, 12500. Знаете, что я сейчас попросила? Вот так именно стало, я говорю, сними меня, пожалуйста, вот так. Ну, голову прям подняла с таким этим. Конечно, ну, потому что товар... Товар настолько достоин, что надо именно так его снимать. И поднимать голову. Смотрите, какая красота. А карман? Автоледи. Прекрасная длина. Кармашки, да? Тамара сказала, не одевай, срочно покажи, что внутри. Конечно. Сказала, я раздену, покажу, что внутри. Вот так все красиво, как всегда. Смотрите. Все шикарно. Подклад, стежка. Великолепное исполнение, но на это жалобы никогда нету. Нереально невесомая, при этом теплая. При том, вот красивучая автоледи, да, спрашивают эту длину, смотрите, какая посадка. Ну, здесь вообще комментарии, да, только 1000 положительных и больше никакие, да? 9500, 9500, девочки. Новинка, конечно, только получили. Размерчики с 50 до 60.
Новый год стучится, скоро елка мчится. Девчонки, посмотрите, какая красота, снежинки. Снежинки, снежинки, снег кружится, летает, летает. Да, Марина? После очередной немножечко люлей продолжим, конечно, да. Но не то, что шикарно, она просто нереально такая, знаете, нежно-красивая вот она такая, да. Вот даже мех здесь, он такой вот, все такое вот на нежности, такая, для меня это такая красивая нежная нючая классика. Размеры 50-60, цена 12 тысяч у данной модельки. Все очень так, даже вот стразики, они здесь такие, видите, все нежные-нежные, такие все вот утонченные. Ну, очень красиво смотрится, естественно, пожалуйста, еще раз. Показываю вам моделечку шикарную, шикарную. Это все новиночки, девочки, все новиночки. Я говорю, специально прям выдернули Тамару явно из какого-то эфира, и чтобы показать, потому что... А по цене невозможно. Сколько она? По цене она 12 тысяч. Так, мимолетом еще раз показываю. А, вот эту модель мы получили, не снимали. Пока смотрите. Угу. Шикарно, так контрастно смотрится. Помпадур 52-66. Все зима. Все зима, девочки. 12500. 12500. Вот эту модельку мы уже снимали. Тем не менее, как бы, кто не успел купить, может, кто-то не видел, да, показываем, стараемся, все зима, пальтишко, шикарная расцветка, серебро, есть уже, конечно, неоднократные обладательницы, восторженные обладательницы, слава богу, чаще всего у нас нашей продукции, естественно, не пройдем мимо, да, вот этот джинсы. Шик, шик, просто джинсовка. Спрашивают, вот это я бы не сказала, конечно, что лютая зима. Объясню почему, потому что сложно поставить много синтепонов в джинсовку, понимаете? Но это такая, минус 10, минус 15, конечно, с радостью. Если вы не стоите где-то на холоде, такая модель шикарнейшая, конечно, должна быть в гардеробе, потому что это нереально красивые вещи. Или вот такая, да, кто не любит слишком яркое, чуть-чуть спокойнее, но тем не менее, контрастно необыкновенная, гусиная лапка, мы ее называем, все в размерах, 52-66, 12500, пожалуйста, новинка, смотрите. Я чувствую, что смотрите, мне надо ее одеть. Вам чувственно, правильно. Итак, встречаем. Невероятную модель, конечно же, на Тамаре Шик, как мы уже, в принципе, условились. Самую красоту, конечно, будем одевать на нее. На меня, тем не менее, не хуже красотищу. Смотрите, какое получили супер интересное пальтишко. А, да, да, супер, Тамар, просто вот ну бомбический улет. Очень красиво смотрится. Вот, смотрите, оно вот так на запах немножечко, пуговичка внутри. И спинка, бантик, да, здесь. Вот. Вот это я понимаю, правильный показ одежды. Вот это то, что нужно. То, прекрасно. Что нужно. Скоро мы, наверное, дойдем до того, что я буду комментатором прекраснейшим. Научусь это правильно делать. А Тамара будет, наша красотка, показывать все эксклюзивно. О, смотрите, как все красиво сделано. Все на стежечке. Это флисик уже вот так сделали хорошо. Все очень аккуратно, красиво, невероятно. Да. И вот такая супер красивая, загадочная спинка. Полноценное пальто. 13500, 52-66. А, успеваем, приобретаем. А Тамара, вы реально просто красотка. Серьезно? Да. Просто, девочки, да. Девочки, напишите, мне идет это пальто? Оставьте свои эти шальные отзывы об этой женщине шик. Да? Девчоночки. Да. Очень красивая, теплая, комфортно, уютная. Размеры и цена, Мариночка. 13500, 52-66. Очень красивое пальто. Шикарно. Кто-то, если желает что-то такое, знаете, экстравагантное, что-то такое интересное, вот, пожалуйста, вам. Любую кепочку. У меня, правда, не подходит, извините, не подготовилась. Красную можно, можно какой-нибудь желтый, оранжевую, пожалуйста. Ну, я бы сюда одела бы что-нибудь красненькое. И вообще было бы ок и шик, девочки. А, ну и так на вас все ок и шик, да. Идем дальше. Идем дальше. Так, и переходим плавно на еще одну новую модельку. Супер, смотрите, вот здесь такая прям контрастность клевая, да? То есть все так и свеженько. К
крутой принт, вот такой впереди тоже все очень красиво, пальто полноценное, 52-66, супер модель, из новинок, невероятно красиво, в посадке, конечно, все как всегда, все хорошо, цена 12 500, так? Смотрите, вот это. Можете модель... посмотреть, минуточку, можно посмотреть вот эту модель, в ТикТок мы снимали, и да, у Марины в группе ВКонтакте. Вот эту модельку мы тоже снимали, но хочу сказать, что после того эфира очень хороший спрос на нее, всем нравится. Ну, то есть в зиму все равно многим хочется освежающего чего-то, да, то есть тепленько, чтобы это было свеженько. Достаточно там расцветки, все позволяют, конечно, любого цвета обувь, и шапочку точно так же подобрать. Моделька называется «Город», размеры с 52 по 66 есть в наличии, 12 500, пожалуйста, супер модель, супер. Так. Мы с Тамарой показывали вам красную модель, вот она в расцветочках. Черный, желтый, красный, естественно, да, вот смотрите, все невероятно красивое. 12 500, 52-66 размерчики. Так, теперь я вам хочу показать еще бомбическую модель. Она называется «Зонтики». Это джинса, это демисезон, девочки. Ну, такой демисезон я бы и зимой носила, честно, потому что, ну, это очень круто. Это фасон бочонка. Смотрите, по длине они немножко короче, да, чем наши пальто, на сантиметров 10. Ну, у кого вот рост, например, не хватает для этих моделей, да, то вот это будет прям шикарно. Вот такая спинка. Вот такой еще скомбинирован. То есть, смотрите, вот здесь, где балонь, поставлен синтепончик, естественно, в рукавчиках. Вот джинсовочка на флисике. Демисезон, еще раз говорю, 10-15, конечно, отходите с удовольствием в такой красоте. Размеры 52-62. Значит, возможно, присылайте замеры. У кого узкие плечики, бедра, здесь и 68 пройдет по бедрышкам, да, хорошо будет, не будет обтягивать. И есть вторая расцветочка этой же модельки, смотрите, тоже невероятно красиво. Вот этот сумасшедший красивый карман, который украшает эту модель. Вот эти спины, вот такие вот они, смотрите. 52-66, цена 11 500. Демисезон. Если Марина говорит зима, потому что некоторые говорят, Марина, зима-зима прям, ну, зима-зима, да, девочки, ну, может быть, не на минус 40, естественно, до минус 25, в принципе, да, всю зиму ходят. Так, новая модель, новая. Новая, любимая, вернее, как, она была в осень у нас, да, эта расцветочка, очень классно смотрится, ничего лишнего, кто любит немножко поспокойнее, почему-то ее многие называют часы. Часы, да, да. Ну, наверное, здесь они есть. Мне нравится, что здесь вот этот поставлен... Лампас? Лампасик, да, как-то вот так сбоку все равно это приятно смотрится. То есть вот, ну, вся такая она круто контрастная, при этом такая более-менее сдержанно спокойная, да. Простите, пожалуйста, меня. Я ей за камерой вот так показала. Боком поворачивается, поэтому я ей показала вот так. Да. Вот, смотрите, 52-66, 12 500. Шикарная, конечно же, моделечка. Шикарная. Угу. Очень красивая расцветка смотрится. Так, надену-ка я вот так. Наброшу на себя. С вашего позволения, фабрика ISL. ISL, наш любимый ISL, как и не менее любимый помпадур. Смотрите, пальтишки. Мы их уже снимали, да? Вы меня в них уже лицезрели. Кто не видел, супер модель, супер. Хорошая длина, как пальтишка, легкая, невесомая. Посадка изумительная, да? Вот, смотрите, благодаря вот этим всем краям черным выполнены наискосок. То есть вот у нас, у кого есть вот этот вопрос, как у Марины бедрышки, да, оно все вот так скрадывает, поэтому сидит супер. Карманы красивые, интересный низ, хорошая длина такая, прям вот очень удобная. Тепленькая-тепленькая, легенькая-легенькая. 52-66, 11 500 в зиме. Итак, встречаем. Это Тамара, честно. Вот правильно, я вот на самом деле только на тебе, конечно, нужно поснимать эту модель однозначно. Смотрите, что это. Это шерсть, девочки, это шерсть. Вот так супер, которая смотрится. То есть она мягкая, струится, она на флисике. Они с 52 до 68 даже будут в посадке. Но это, честно вам говорю, вот это замок. Он рабочий. Сбоку. Ну, это всякие такие, да, видите, интересные моментики, которые
фабрики всегда стараются, да, чтобы, ну, было и красиво, и модно, и интересно, и прям вау, шик. Да, Тамара? Конечно. Нет, очень классная модель. Очень классная. Сейчас получили пробную партию, немножко на флисе, да, отшиваются на фабрике, скоро будут, заберем, конечно, всю партию, возможно, потому что это нереальная красоты модель. Рекомендую прям вот нашим любимицам, стильным модняшкам, супер. Мягкая, теплая, комфортная и нереально красивая модель, конечно, поэтому она на Тамаре шик. Размеры, повторяю, да, по 68-й будут они в посадке, точно знаю. А, вот, цена 12 500. Ох, шик. Итак, встречаем. Звездная, неповторимая, самая стильная и яркая. Тамара шик. Класс, класс, Тамара. Вообще шикарная модель. Смотрите, девочки, еще одна из новинок. Крутейшая по мне, ну, она такая экстравагантная, но в этом всегда есть и вкус модели, она должна быть невероятной хотя бы чем-то, то есть такие сделаны, смотрите, меховушечкой такое сделано, да, разноцветной, вот такие кармашки крутые со стежечкой, да, вот смотрите, молния идет, да, вот, и вот такая прикольная спина, то есть вообще такая крутая контрастность, молодцы, что придумали фабрики, вообще для меня вау. Тамара, вы лучшая, вы шик, хороший капюшончик, да, в общем-то, вот, силуэт модели просто нереально клево смотрится, да. Да, она на стежке, но флис есть. А, тоже не скажу, наверное, вам, что это лютая зима. Минус 10, минус 15. Да, конечно, мы гуляем и будем вот так вот. Нежно, красиво всегда выглядеть, как сейчас стоит у нас Тамара шик. А, да, 52 размерчики, 66. А, уточняем, пишем Марине, все отвечу, есть наличие или нет. А, тот раз повторяю, не обижайтесь, если заканчивается модель, потому что такого плана модели, конечно, улетают очень быстро. Поэтому и пригласили внепланово Тамару, чтобы быстренько отснять все новиночки. Очень круто смотрится со спины, впереди, все везде, ок, шик, супер пальто, 13 500, размеры 52-66, пока в наличии имеются. Так, Тамара, что? Вы бежим. Супер! Бежим, 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 бежим! Не было бы худо без добра, если бы Тамара меня в каждом промежутке не отчитывала немножечко. Но делать это на качество с любовью, поэтому показываю вам в заключении практически эту модельку. Очень классная, вся цветовая гамма, веселая, такая обаятельная вся, тепленькая, да? Ну, очень сильная, на самом деле, очень многим она нравится, модель уже полюбилась, эта моделька, фабрика Помпадур, 52-66, на данный момент имеется с 56-го. Будем получать, девочки, кому нравится, будем стараться держаться всегда на связи, для того, чтобы вы при получении модели, конечно, ее приобрели у нас. 12 500, фабрика Помпадур. Красиво, да? Очень. Прекрасно. Под любой цвет шапки, прекрасно, под любой цвет, да, обуви. Очень красивая расцветочка, все, говорю, вся цветовая гамма, очень интересно все, конечно. Очередное произведение искусства от фабрики Помпадур. Ну что, дорогие мои подписчики, вот сегодня мы побывали в гостях у Марины, 1533. Рынок Садовод, линия 15, павильон 33. Почему я повторяю? Многие говорят, ты что повторяешь? Потому что девочки все равно все спрашивают, не поверьте. И вот на такой сегодня ноте, вот в этих же курточках, которые мы начинали. Двухсторонняя, шикарнейшая модель. Это один, а это переворачиваем. Это вторая сторона. Вот на такой ноте мы сегодня заканчиваем. Марина, еще расскажи свой номер, пожалуйста. Уважаемые наши любимые клиенты, пишите, звоните на WhatsApp. Номер 926-076-7770. Всегда рады, всегда любим ваши Тамара Шик и Марина. И также, дорогие подписчики, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Потихонечку, ну, мы уже скидываем туда модели. Да. Марина закидывает, также закидываем ТикТок. Ну и, конечно, те видео, которые мы снимаем у Марины, они тоже находятся в группе. И также вы можете спокойно пересмотреть и выбрать любую модель. Ну и, конечно, обещаю... же, обратиться к Марине. Да, обещаю, буду постепенно, вот сейчас большая загрузка, сбрасывать новые модели, новинки туда. Вот Тамара обещала сбросить все нарезки наши, TikTok, всей нашей работы. Подписывайтесь ВКонтакте, пишите, звоните, всегда рады. А мы будем, конечно же, стараться для вас искать новые модельки и, конечно, показывать вам. Всех максимально мы... благодарите ее, чтобы она чаще приходила к нам.
Спасибо вам, Тамара Шик. Любим. Побью. Всем пока-пока. Пока-пока.